Дня Победы продуктовый магазин «Девятка» решил провести небольшую промо-акцию и поздравить ветеранов с наступающим праздником. Владимир, расскажите, что будем дарить ветеранам и как вообще эта идея родилась? Ну, мы чтим наших ветеранов, и так как мы открылись, хотели бы поздравить и с Днем Победы наших ветеранов, собрали им небольшие пакеты продуктовые, которые бы лично хотели вручить. Что входит в набор? Мы положили продукты первой необходимости, консервы, макароны, сладости, ну и так далее. Здравствуйте. Садитесь. Наши искренние пожелания вам. Здоровья большого, богатырского. Самое главное, чтобы вас окружали добрые, родные, близкие, с которыми вас приятно находиться, которые вам с вами живут. Мы никогда никому не обращались, никому. Просим, чтобы помогли хотя бы какой-то нам это самое, самоболели, вон какой-то. Обещали, уже 9 мая на носу. Всего доброго. Конечно, дошел, он у меня это самое, как вы же. Вы воевали, сколько вам было лет, конечно, когда вы воевали? Вот сколько, когда война началась, сколько вам было лет? Наверное, 17. Рано. Ему 94 года в сентябре будет. Спасибо вам. Живитесь, держитесь, живите еще. Дорогие ветераны, примите искренние поздравления с Днем Победы. В этот день мы искренне хотим поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили для нас. Благодаря вам, сейчас мы живем под мирным небом. Будьте всегда здоровы. Живите долго в окружении родных и близких. Примите искренний поклон.